9 мая все желающие прямо в центре города смогли станцевать под звуки военного вальса. Подобное мероприятие в областном центре проходит не первый год, но впервые местом действия стала Площадь Победы. Организаторами такого праздника стали депутаты городской ученической думы. Ребята показали, что они готовы сохранять преемственность поколений, что они знают историю нашей Родины, что они чтят память и о погибших, и о живущих, что сегодня ребята, не забывая традиции, они имеют будущее и дают нам возможность жить в стране с высокой нравственностью. К акции «Военный вальс» активно подключились ивановские школьники. Изначально для участия в танцевальном вечере было сформировано 60 пар. Репетиции начались за месяц до Дня Победы и проводились 2-3 раза в неделю. В финальном выступлении приняли участие самые выносливые и самые способные. Мы решили то, что обязательно мы, как младшее поколение, должны оказать ветеранам свой знак уважения и решили организовать вот такую вот акцию. Небольшой концерт вместе с танцем, который мы поставили со школьниками города. Каждый год молодежь выбирает разную музыку. В этом году пары кружились под песню Марии Сизовой «Ах, эти тучи в голубом». Какая мелодия будет в следующий раз, организаторы пока не думали. Но, по их словам, традиция устраивать военный вальс на центральной площади будет продолжена. Ах, эти тучи в голубом напоминают море. Любовь Почерникова, Андрей Синьволков, РТВ Иваново.